Какая красота. Это старый португальский город, небольшой портовый город. У них тоже есть общественный туалет. Пойду туда на площадку. Здесь, как я понимаю, лифт не работает. Я где-то видел крепость, а вон она. Надо туда. Узкие улицы. Чьи-то портки. Да, напоминает Испанию, Тарагону. Там такие же улицы. Пойдем, дойдем до крепости. Это отель. Трехзвездочный. Все. Пойдем посмотреть еще одну церковь. Еще старую не выставил. Мечети, к сожалению, здесь нету. Не очень приятный запах здесь. О, собакен. Надеюсь, это старое здание, потому что оно примыкает к крепости какой-то. Портокова. И там у них елочка стоит. Давай попробуем сюда зайти. Но здесь ручек нету. С 1946 года. Как зайти сюда? Я не знаю. Надо искать другую дверь. Надо пофоткаться. Я видел, когда в Википедии гуглил эту местность, этот тип сам стоял. Но не помню, кто это был. Вот этими пушками люди самооборонялись. Надо зайти туда внутрь.
Я не знаю, что это за место. Но я попробую забраться туда наверх. Все, надо идти дальше. Пока не стемнело, надо успеть максимум пройти здесь. Что здесь? Нет, здесь столовая какая-то. Выпечка. Он был закрыт. Попробуем найти другую дверь. Она вроде есть слева. А тут что? Я не знаю. О! Здесь есть ручка. Она закрыта. Она тоже закрыта. Но там вроде... Вот здесь. Или это вход? Я его найти не могу. Как туда зайти? Пиперу. Как же туда зайти? А, было бы, конечно, интересно зайти сюда. Все двери закрыты. Это что такое? Блин, это очень плохо. Запах травы. Ходите. Парни просто ходили, курили. Марихуан. В некоторых местах это легально. Возможно, и здесь тоже. Хотя сомневаюсь, что здесь легально. Здесь продают мороженое. Магнолия кафе. Что здесь происходит? Концерт. Как горланят эти чайки. Подъехал, салам алейкум. Вот зачем? Я как колхоз прошел. Пешеходный переход проигнорировал. Но на это у меня нет времени. О, гол, походу, не забили. Oh!
ne desi. Pa da. I ko je skrišao? Ko? Šta sam na sudnje? Užin? No evo, propušao. Вечер уже наступил, дождик немножко пошел, но продолжаем идти. Может, еще чего-нибудь интересного, может, информации будет. Возможно, закинуть. Там море. Уже потемнело. Качество видео будет немножко страдать. I know. Хрюкающая собачка. Здесь закрыто. Двери закрыты. Ну, посибли, значит. Сейчас пойдем туда. Пляж. Потихоньку выйдем наверх, и мы будем ближе к нашему пароходу. Иншаллах. Играет волейбол. Надо попробовать это сделать. Какая там вода? Холодная? Или не очень? А, как хорошо. Да. Это стоило сделать. Свежак понял. Ноги отдохнули, сестра. Просто все вокруг. Чисто, аккуратно. Не засрано, ничего нет. Стоит взять пример нам, дагестанцев, от этих, так сказать, европейцев. Говоря проще. Есть.
Сюда опускаешь монету и зажигается свечка. Hola. Мне мучу сказать.